Я особо сильно не извращаюсь. Но иногда бывает, иногда бывает. Сейчас мы сделаем эксперимент полный. Сейчас. Ну вот она, прекрасная вещь. Но еще ни разу не пробовал я. Ну это более, это зерно у нее такое мелкое. Густенько идет, густенько. Она быстрее глянец выводит. И она закатывает риски. Попросил бы коробочки три. Сынок, не расстраивайся, все нормально, папа сделает по фэншую. Она сразу начинает глянец выводить, Олег. Вот это, конечно, приятно. Зачем вы это сделали? Теперь ребенок заставит папа отполирует всю машину. А мне-то это совершенно не хотелось. Мне кажется, там сопельки подобрать, да и все.